Эй, братуха, с тобой я, Данюха. Сегодня у нас на сборе очень интересная штука. Думаю, все обладатели смартфонов и планшетов они знают, так как во всех клавиатурах она присутствует и иногда вытворяет невероятные вещи. Я говорю о Т9. Вот некоторые скрины переписок, где Т9 выставляет себя не с лучшей стороны. И практически всем пришлось сталкиваться с Т9 в таких каверзных ситуациях. Но давайте же вам расскажу краткую историю Т9, о которой, я думаю, вы никогда не задумывались. Погнали! В 80-х годах инженеры хотели сделать подобие Т9, но так ничего не добившись, свернули все наработки. Вообще Т9 переводится как Text on 9 Keys, текст на 9 кнопках. Впервые Т9 появляется на кнопочном телефоне Sagem MC850. Хочу напомнить, что кнопочный телефон вместил весь алфавит, цифры и знаки на всего лишь 9 клавишах. С появлением первого сенсорного телефона появляется и первая сенсорная клавиатура. Народ хочет также быстро, используя расположение знаков, как и на кнопочных смартфонах, набирать текст. Это учитывает Apple и оперативно прописывает Т9 в памяти своих первых моделей телефонов, как эксклюзив. Ну а тут, следом за Apple, подоспели Samsung, Xiaomi и все остальные бренды по изготовлению смартфонов. На этом моя краткая история Т9 подходит к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. До 1000 подписчиков осталось всего ничего, я в вас верю.